Ливоночка. Ливона. А Ливона. Побегун. Побегун такой рыжий у нас. Доброе воскресное утро. Иван. Лёва. Понятно. Ну что он там? Залёг, да? Залёг он. Привет, привет, Ванюша. Иван, Кольбаса, привет. Полосья собака. Замечательная собака. Да, пошли к нему. Ой, смешные какие. Смешные эти собачки. Что, странно он себя сегодня ведет, да? А ты что, уже ездил с папой? Ездил ты с папой? Бегал? Ну что, да, тут ты его что не узнал? А, он же подстриженный теперь, Левочка, да? Ты мой сладкий. Ну что, Иван, как ты поживаешь? Тепло уже, да? Тепло уже, замечательно. Лошадок выгуливаете своих, да? Молодцы. Да, понятно, писаете тут. Теперь будут они везде ходить и мериться своими... своими подписями, да, мальчишки? Да, мальчишки? Кольбаски. Ты уже катался с папой на тракторе? На квадроцикле? Бегали вы? Нет? Ну, как дела у тебя? Лошадка. Длатути. Длатути лошадка. Элизабет там на белой лошадке. Хорреры. Это по-итальянски хорреры. Тут мне одна женщина написала. В общем, слушайте, у меня завирусел YouTube мое одно видео. Что мне только не писали, ребята. Я потом уже, я думаю, что случилось? Что? Потом уже посмотрела в статистике. 2800 людей — это тем, которым мой YouTube сбросил просто. Кто эти люди? За что? Что они мне только не писали. Русская баба, отправляйся в Россию. Женщина одна написала. Не завести разве машину, включить? Возицки. Что случилось с людьми в этот день? В общем, чего мне только не писали. Я поначалу стала все это удалять. Я думаю, что-то какое-то, знаете, чтобы не напугать своих постоянных зрителей и слушателей, в том плане, что какой-то неадекват посыпался, понимаете? А потом я думаю, боже, то, что я никогда не видела такого, когда есть блогеры, у которых миллион, полтора миллиона подписчиков, там такое пишут, что мама, не горюй. Вот, поэтому я думаю, ай, пусть пишут. Самое интересное, что кто-нибудь напишет, вот у девчонок, да? О, стой, 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 там он открытый, стой! Стой, Лёва! Ёлки! А то сейчас будет у нас тут. А люли-малина, как Ира говорит. Стой! Там у них вот открыт. Открыта калитка. О, нельзя. Пошли туда, туда пойдем. Туда пойдем, Лёва. Я не думала, что у вас калитка открыта, ребята. Где ты, Лёва? А то вы еще тут порвете друг друга, знаете. Это стоит очень дорого. Я время от времени упоминаю о том, что мы Лео под наркозом удаляли 5 зубов. Но вообще мне не понравилось, что один зубик передний шатается, нижний. В общем, 2 их удалили, то есть они 2 уже были такие. И 3 зуба задние где-то там, коренные, не коренные, но они там были воспалены. Я за это заплатила 930 евро. В общем, просто, знаете, собирала со всех сторон, со всех моих
Со всех моих кошельков собирала деньги. Вот. Так что, ежели что, и если у вас нет страховки, ребята, и ваши собачки могут подраться и друг друга попортить. Что-то там вообще, знаете, я одно время, у меня есть такой ролик большой, и чтобы зашить порванное ухо, например, по-моему, стоит 230, что ли, евро. Ну, в общем, там по сложности операции, вот, поэтому, вот. А еще, знаете, что вот, например, я не знаю, вот, например, мой Лео. Я это тоже слышала и читала тоже в соцсетях, поскольку у меня собаки-то уже лет 15. Вот, то есть они для того, чтобы нанести сильный ущерб противнику, они забегают сзади и откусывают яички. Вот. Ну, если мальчики, ну, мальчики же в основном дерутся. Девчонки говорят, что тоже, но у меня-то мальчишки. Поэтому, если вот ему попортить основной, что называется, вид деятельности, это тоже мало не покажется. Ну, и мне на самом деле жалко, да, если кому-то что-то попортить. Лео на Тиме однажды набросился. Ну, как набросился? То есть он ему выщипал там кусочек шерсти. Тиме тоже сел, повернулся спиной и обиделся. Долго так сидел, бедный ребенок. Вот. И то я сильно переживала, понимаете? То есть и то я между ними крутилась, как могла, чтобы... Ну, Тиме-то вообще с золотым характером, а вот Лео, он все время там пытался ему доказать, что он... Тут, во-первых, главный, во-вторых, залезть в его лежанку. Ну, в общем, много чего. Правда, Иван? У Ивана тоже, похоже, хороший характер, но он же все-таки охранная собака. Хорошо, что он не обращает внимания на то, что у них ворота открыты. Все, Лёвочка. Все, все, пойдем. Я знаю, что ты готов тут. Ну, он может здесь с ним... полтора часа ходить, обнюхиваться. Вообще, на самом деле, может быть, он как и с Тиме, знаете, если их без поводков, на нейтральной территории где-нибудь свести, поиграться, я вполне допускаю, что они могут как бы дружить. Но, знаете, вот за забором, за калитками он охраняет своих лошадок. Не зря же его, наверное, завели, правда, Ваня? Ванятка, Ваня, Иван, ты мой сладкий, ты хорошая собака, клёвая. Ну, давай потихонечку пойдем. Пошли потихонечку. Девочки, кто мне из Кёльна писал, что у вас уже подснежники? Да, вот у нас на солнечных лужайках тоже есть. И у меня тоже в саду. Я в прошлом году где-то слуга принесла пару луковичек, и они так разрослись. Так что у нас тоже уже начинается цветение. Что сегодня, какое число? Сегодня, по-моему, 18 февраля. Лео сорвался с поводка, жует травку. Видно, уже свеженькая. Друзья наши далекие и близкие, доброе утро. То ли что-то моросит, но вообще собираются быть дожди. Наверное, это и неплохо. С вами Нина Кусман. Вы на нашем YouTube-канале. Перед тем, как приступить к просмотру, это я уже научилась у других блогеров, поставьте лайк, подписку и нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить самые новые видео на нашем канале. Выпустила несколько роликов, наснимала буквально в пару дней, выпускала в несколько раз. Соответственно, появились вопросы, почему я собираюсь в Россию, а муж в Украину. По поводу Украины, я, ну, поскольку столько вопросов много появилось, я, конечно, у него поспрашиваю. Вообще, я, в принципе, у него никогда ничего не расспрашиваю о каких-то, ну, таких глобальных вещах.
Раз вам интересно, я у него, конечно, спрошу. Почему я в Россию еду? Ну, я собираюсь, потому что я собираюсь уже вроде как 2 года. Не всегда получается, потому что видите, как мы сейчас в мире не совсем от себя зависим. Вот, почему я собираюсь в Россию, а конкретно в свой любимый город Санкт-Петербург. Я собираюсь по той простой причине, что... Да ничего, вот так вот и упал телефон. Ребята, такое впечатление, что болеет весь Обертойринген. Медсестра сейчас мне делала последнюю мою витаминку. Она мне сказала, да нет, это не грипп, это инфлюенса. Ну, в общем, как называется? ОРЗ. У всех одинаковые симптомы. 2-3 дня высокая температура. Не у всех даже потом кашель есть. Даже не было места. Да что ж такое, вечно цепляюсь. Даже не было места в Варте-Циммер. Народ выходила. Я как на грех без маски. Обычно у меня маска всегда с собой есть. На случай, знаете, если кто-то рядом кашляет, чихает. Такая неудобная парковка. Прям только для высоких машин. Уже под бампером у меня прям бахрома образовалась. Так зачем я еду, ребят, в Питер? Зачем мне так надо? Ну, надо. Это моя родина, это мой дом. Ну, и с другой стороны, накопились тоже дела. Во-первых, мне нужно сходить в МФЦ и заявить о том, что у меня теперь здесь есть ПМЖ. Вот, там есть какие-то нюансы. Вполне возможно, что, допустим, как сейчас... Ой-ой, прям вообще не смотрит. Глядуйте, глядуйте, вы что? Thank you.
знаете, заполняя документы, интересно здесь оказалось, что если нужно, нужно будет добавить, кто вы тут, граф, графиня, может быть, баронесса и так далее. Вот, так что, или вы профессор, доктор. Так что, когда вам говорят, что в Европе это прям совсем не важно, видите, даже в санатории документы оформляешь, и то это важно. Как к тебе, ты хотел бы, чтобы к тебе там обращались? Сейчас напишу «графиня», и, наверное, будут обращаться ко мне «графиня». Странно, что здесь тоже нужно имя по рождению, предыдущие имена, ну, фамилии имеются в виду, да? Смирнова же я была когда-то. Ну и здесь ваше по... Ну, то есть я указала, что у меня женский род, да. Здесь мужской, без, когда вы еще не определились, и разные. Ну, еще кто вы по рождению, что я русская, да, здесь уже они мне зафиксировали эту информацию, которая есть в самой страховой компании. Вот так вот взял след. Ну все, теперь видите, все, весна, ребят. Кто там за него переживал, что он ходит, что он уходит вдаль голубую, да? И все, то есть ему там говорить ко мне или от меня, это бесполезно. Вот, поэтому убегал он от меня и зимой, и по насту я за ним ходила. Вот, но сейчас он же еще и не кастрированный. Вот, а посмотрите, какие под нами поля, леса, сады и огороды. Сады в основном. Вот, поэтому я, конечно, уже за ним вот так вот бегать. Если бы мы здесь были одни, что называется, так, конечно, печально, если он, мало ли, сам куда-нибудь попадет в неприятности, да еще кому-нибудь чего-нибудь откусит. Вот. Однажды нас олениха, вот, ну это уже было так, знаете, все здесь было в траве, в кустах, и у нее, скорее всего, здесь лежал олененок, потому что я слышала его вот эти вот вздохи, знаете, так, а она убежала туда вниз, и вот там вот остановилась на той дороге и кричала, нас звала к себе, на себя, что называется, на себя внимание переключала. А у меня было две собаки. И она же молодец, как сделала. То есть она действительно, она отвлекла на себя внимание. И мои собаки не учуяли его. Представляете? А потом, когда уже листья слетели, я думаю, бозицки, он же практически под нами где-то в траве там лежал. Вот. Видите, поэтому все, ребенок собачий, собачка ты моя. Нет, все, теперь уже я не знаю, как Андреас будет с ним ходить гулять. Ну, единственное, что тьфу-тьфу-тьфу, он вот с самой дороги, по которой мы ходим, вот там, где эта велосипедная дорожка, где трактора ездят, вот он оттуда тьфу-тьфу-тьфу, пока не убегал. Но если перед ним не выскочит, конечно, олень или заяц. Ты посмотри, тянет как. Вот. А так он, конечно, вот если бы он сейчас не привязан был, то все, он бы уже там был. Вот за тем садом и внизу. Посмотрите, какой сегодня закат. Лиана, показывай нам закат над озером. Угу. Я понимаю, что тебе туда надо. Левечка, но маме туда не надо. Пойдем полюбуемся на закат. Теперь мы уже выходим несколько раз в день. Но у нас получается так. То есть мы идем утром. В середине дня он несколько раз выходит, когда ему надо. Ну, приходит, смотрит в глаза. Я ему открываю дверь в сад. А вот ближе к вечеру мы выходим тоже погулять, но чтобы еще было светло. А вот летом мы прям хорошо гуляем три раза, потому что темнеет поздно, и мы уже вот перед сном практически тоже, когда еще светло,
Здесь же нет белых ночей. В Питере-то мы летом гуляли и ночью, в любое время. Сегодня прохладненько, ветерок, но все равно увидите у нас, что у нас. Трава зеленая, буквально неделя-другая, я думаю, что... Вот посмотрите уже, сколько травы выросло, то есть она уже выросла.